Ребят, всем привет, приветствую вас на канале Play at Home. Сегодня поиграем, посмотрим на игру, которая у нас называется Hollow. Это, если следовать меткам, которые у нас указаны в стиме, это у нас мясо, это у нас трэш, это у нас хоррор. Да. А тех, что добавить, наверное, не хватает такой главной именно метки, это кровавый угар. Ну, теоретически, да, она там должна находиться. Также хочу сказать, что далеко не поклонник космических хорроров. Я люблю то, что что-то более приземленное, да, то, что находится на земле, там, тематику зомби и монстров, но которые находятся там в городах, в, может быть, на территории страны, да, неважно. Ну, то есть то, что находится на все-таки некой плотности. Вот, но давайте не будем, наверное, забегать все вперед. Может быть, эта игра станет неким для меня открытием и очень сильно меня поглотит. Так что жманькаем начать и погнали. Так, уровень сложности. Давайте не будем особо мусолить тему. Да, выбираем обычный уровень. Ну, походу мы куда-то тут летим. Или где-то мы находимся с вами. Надеюсь, тут субтитры-то будут. Либо в настройках, как бы их не указано. Меня не интересовал этот корабль. Я хотел найти себя. Он должен был. Что-то глубоко в мозгу. Глубоко в душе мешало мне. Мне трудно было осознавать происходящее. К сожалению, этого никогда не получалось. Ничего не выходило. Я до сих пор не могу вспомнить, кто я. Я тут рассказывал точно такую же историю. Нет, конечно. Я было это запомнил. Верно? Единственное, в чем я сейчас могу быть уверен, это постоянное чувство, вытеснившее остальные. Я пуст. Пустая оболочка. Так что слушай. Может, ты когда-нибудь все поймешь. Хотя, возможно ли это? Походу, к вам на кораблю, да, приближаемся на исследование этого. Там бабочка у нас всё рассказывает, какие-то ABRC0, а о чем она, что она хочет нам этим сказать? Или код какой-то, что ли, или протокол какой-то загружается, непонятно. Так, ох, голова. Блин, как болит. Не буду это озвучивать. Блин, ну ужастики у нас такие, короче, сами будут. Ах, ну ладно. Так, найдем кого-нибудь и выясним, что дальше происходит. Ну да. Если бы. Так, сервис-коридор. Окей. Нам куда идти? Здесь какая-то подсказка, что-то типа того есть. Это у нас контейнеры здесь, непонятно. Хуёб твою мать, что это? Шприц. Посмотрите количество здоровья. О, в ногу. Во многих играх все втыкаешь в руку, а здесь видишь в ногу. Так, слушай, ну... Нам явно, походу, не сюда, нам на блок оттуда идти, да? Давайте пойдем посмотрим. Что? Да это же невозможно. Нет электричества? Нет команды? Наверное, просто глюк в системе. Сейчас кто-нибудь перезагрузит ее. Так, что у нас тут есть? Fuck, this crazy bitch, да, блин. На русский перевод нету, но я не буду переводить, я думаю, первые слова так все поняли, короче. А дальше написано... да, мы все поняли. А, вот здесь есть перевод. Твою же мать, эта сумасшедшая сука предала нас. Она помогла этому четвертому пилоту сбежать и снова спрятаться. Он единственный оставшаяся цель. Все, кто отвергал нашу веру, были повешены, разорваны на части или сожжены. А остался только этот. Богохульник. Он всего лишь чертов пилот. Я хочу, чтобы его привели ко мне живым.
И я хочу медленно рвать его на куски своими руками. Все, кто будет увлечен в помощи этому пилоту, будут подданы на обед так же, как была подана эта сучка Сара. Йоп. Да. Бросим эту бумажку ненужную, я думаю, уже. Кстати, куда он ее бросил? Ау. Походу, никуда не бросил. Так, что у нас тут? Кнопочки. Рычаг. Нет, не получается. Ну, если все окей, хер ты красным горишь. Ну, походу, не работает эта штука. Так, пока что очень... Ох ты. Ф, фонарь. Да. Л, логика. Окей. Окей, нам не страшно, пацаны. Нам вообще ни хера не страшно, пацаны, я с вами. Мы столько с вами пережили на канале, что... Ох ты, ешки-матрешки, нас этим говном не испугать. Е, использовать. Н, нелогично. Так, нет электричества. Окей, ладно. Капсуль-док, винк-док какой-то там. Что не подсказывает, мне надо будет туда... Ох ты. Да будет свет, как говорится, да? No power. Нет электричества. No power, no money, no honey. Слушай, а действительно, куда все делись-то? Хоть там какой-то сигнал они должны были послать. Записочку оставить, ну, кроме той. Так. Hello? Эй! Is there anyone? Есть тут кто-нибудь? Please. Пожалуйста. I need help. А мне нужна помощь. Damn it. Да твою ж ты ж мать. О, а это может открыть можно, нет? Нет, не открывается сундук. У меня хоть какое-то оружие должно же быть. Бластер там или роторный пулемет какой-нибудь на супер плазме, на плазме какой-нибудь. Хоть что-то должно же быть. Я в космосе нахожусь, ничего нету? Серьезно? А хоть палку надо взять отсюда или что? Нет, палок нету. Ноу палка, ноу шмалка. И? И походу все. Присесть. Окей. Присесть. Тут у нас нифигашеньки нет, походу. Да уж. А здесь, вот смотри, капсулы, на которых мы прилетели. Целый... Да, это капсульный отсек какой-то у нас туда стоит. Фонарик выключу, может быть, так лучше? Нет, так хуже. О, рация. Алло. Алло, алло. Все молчат. Что-то я взял рацию, сразу все перестали трещать. Это что за фигня? Это неправильно. Так, а мы здесь были? По-моему, нет. Слушай, нахера мы могли просто перепрыгнуть вот через эту фигню? Ох ты, ё-моё, фонарик упал. Фе, фонарик. Сейчас будем, короче, сами тут угорать, походу, пацаны. Ой, будем угорать, походу. Ой, да уж, так. О-о-о. Свечки. Намечается у кого-то интим, походу. Чё? Там кто-то стучит. Стуки-стуки. Так, здесь что-то у нас ни хренашеньки нету с вами. Вот здесь, понятно, все выключено, нет электричества, нету что-то там еще. There's no power. Да, ну оно вон там зато есть, я вон вижу. Там есть электричество, там... О! Ну-ка. Что, надо глаз приложить или что-нибудь? Руку, может, язык, что я не знаю, что в этом космосе там они... Элеватор, типа лифта, да? Что они там в этом космосе в 2230 году? Кстати, игра проходит 2230 год, вроде, насколько я помню. А что они там прикладывают? Может, они там машинку надо... Машинку приложить или киньте. Да, натянул такой, короче, и помер. Анекдот сразу вспоминается. Вы заблудились, карта поможет сориентироваться. Так. Так, ну короче, у нас этот баллон просто ничего. Типа на то не пройти. СМС-ка пришла. Нихера нормальное такое оповещение. Так, Е.
Сообщение. Майк 2. Привет, Раш, ты наконец-то видишь это сообщение. Нашел мою записочку, а? Чтобы мы выбрались отсюда и снова увидели Землю, тебе предстоит немало потрудиться. Я буду ходить на связь, помогать подсказками, советами, иногда даже остротами. Пока что не будем терять время. Скорее иди в командный центр. Так, стоп. А сканы? Сканов у нас отчет. А это мы уже читали. А, мы здесь можем засейвиться, типа, окей. Засейвились. Опен. Воу, вот это да. Записочка? Специально положили на видное местечко-то, походу, да? Конечно. Так. Let's play, hello. Да, давай поиграем в Let's Play однозначно. Так. Что там у нас написано? Давай сыграем в Hollow. Синхронизируй генераторы и встретись со мной в командном центре, PS. Если хочешь жить, поторопись. Пись. Вот так вот. Так, все, забираем эту бумажку. Ну все, типа. Куча рычагов, кстати, и есть рычаг, который не могу дернуть. Что за фигня? Вот это хочу вот прямо на самолете, наверное. Сейчас чувствую, мне кажется, мы будем какой-то ребус разгадывать, наверное, да? Генератор рассинхронизирован. Так, выбор диска. Ох ты, ешки ты матрешки. 0%. 16%. А что, мне надо полностью квадратики соединить или что? Или что, мне какую сторонку надо делать? Так. Какие там звуки извне идут у нас? А что надо как-то... О, 16. 30. Ну. Так. Честно, просто кручу-верчу, запутать хочу, не очень понял, что здесь надо соединить. А, во, просто их тупо найти, наверное, надо. Скорее всего, да. О, нащупали, пошли дальше. О. Ну. Удиви меня. Та-да! Не? Господи ты мой! Есть, пошло электричество, я справился, я смог. Надеюсь, кто-то еще, короче, здесь жив. Надеюсь, мы кого-то еще найдем. Так, стоп, мы сейчас походу пойдем с вами к тем дверям, которые у нас были вот там вот. Да. Что за свет тут у нас загорелся? Слушай, очень странный свет. А, нет, нам нифига, нам сюда надо, да? Да, как все предсказуемо, предсказуемо все. Это лабиринты, по сути, да, тут, точнее, ну, как бы, да. Мы здесь особо-то много куда не пройдем. Куда нас ведут, туда и идем. Так, что у нас здесь есть? У нас здесь закрыто с вами что-то. Это что у нас? Металл-детектор какой-нибудь? Ми-ми-ми-ми. Выложить мобильный телефон, окей. Так, нет, нам не сюда. Наверное, нам не сюда. Да, у меня вижу, проход есть здесь. А, стоп, мы отсюда спустились, по-моему, да? Или откуда мы спустились-то? Да, по-моему, мы отсюда спустились. Значит, нам наверх. Командный центр. Во. Как раз таки хотел там сюда побывать. Я хочу быть командиром. Буду туда подниматься. Буду туда подниматься по лестнице. Карьерной, кстати. Сейчас под ней поднимаемся. Кто не понял двоякость фразы. Ага. Командный центр. Пойдешь налево, пойдешь прямо на право. Ну, здесь завалено. Там, значит, был плохой командный центр, а вот здесь хороший у нас остался командный центр. Так. Пусто. А где все-то монстры, ё-моё? Я думал, в стиме написано там пострелушки, там то все, короче. А где они? Я думал, зайду сразу, возьму базуку и начну крошить всех. Эй! Фак! Чёрт! Да тут же, блядь, никого нету. Корабль заброшен, что ли? Да нихера. Надо тут все обыскать. Должно быть, что-то надо, короче, найти. Там, наверное, сейчас лифт приедет, короче, отсюда стопудово. Вангую просто. Или нет? Я нажал вызов.
там едет, наверное, где-то. Что-то больно долго едет. Тут что, 100 тысяч миллионов этажей, что ли? Я не понимаю. Так, что у нас здесь? Ничегошеньки нету. Че? Кто это говорит? Мужик. А, рация валяется, вижу. Отлично, забрали. А как мне это, кстати, по рации говорить? Хоть что-то есть тут? Нет? Походу нет. О, вот это классно, вот это видно миллион, отвечаю просто. Вот это крутая фигня. Блин. Вот это классно нарисовано, реально, согласитесь, пацаны. Однозначно лайк заслужило. Вот очень атмосферненько. Там какая-то кишка летит, он в воздухе, непонятно. Под планетой. А что, кстати, за планета? Земля или что? Хотя ни хера не похоже на нее. Так, что у нас тут еще-то есть с вами? Ага. Пинок. П. Пинок. Сломали. Нахера мы это сделали? Зачем мне тут стрелочки нарисованы? А, мне показалось, что тебе надо пнуть мне? О! Какую-то хрень сделал. Так. Ну и что ты мне скажешь, дружище? Так, время. Это важно. Избегать иллюзий, не убивай людей, выполнять мое указание и включи отмеченный терминал. Правильно, правильно. Что еще тут у нас есть? Так, ну мы все забрали, походу, больше нечего. Это у нас... А это, походу, сам тот корабль, где мы находимся. Вы здесь. Ага. То есть, короче, мы вот наверху этой головки, короче, находимся. Да, и нам надо, короче, попасть куда-нибудь в самый низ. Да, тут придется, походу, поползать, пацаны. Однозначно. Я, походу, патроны трачу, да? Походу, да. Так, сообщение. А, господи, боюсь, я ввел тебя в заблуждение. Надеюсь, ты не ожидал увидеть команду в центре живых людей. Здесь только я и ты, приятель. Тебе нужно оставаться на чеку, и нам осталось запустить еще 3 генератора по одному в каждой зоне. Ты смотрел вообще галокарту, а? Я немного хакнул, так что теперь там виден статус каждого генератора. Так что не говори, что я тебе ничего не сделал. И помни, нужно проследить, чтобы работали все генераторы. Я буду на связи, особо не скучай. PS. Самый короткий путь в жилой отсек ведет через служебные коридоры. Вход в ССК получается рядом с твоей чудесной капсулой. Окей. А, ну это мы читали уже отчет. Сохранить. Окей. Закрыть. Пошли. А, вот и лифт. А, нет, лифт не приехал, зараза. Лифт не приехал, да? А может мне надо прямо вот отсюда сюда чуть нажать, не? Та-ра-дун-ду-ру-ран. Что написано? Элеватор. Ох, ёпта. Что за странь, господи? Серьезно? Секас? Господи ты мой. Ног нету. Ну давайте. Боже ж ты мой. Что это за хрень такая? Не знаю, мы сейчас ее убьем. На, бля. На, бля. Не страшно. На, бля. Изи. Господи. Не, нифига не изи. На, бля. Так, ну ты странная. Очень странная бабенька. Так, у нас оружие пиндеры, у нас эти, короче, кончились, походу, для него патроны. Ох, еб твою мать, здесь какой-то оккультизм, мать его. Ей-богу. Это что-то нехорошее. Так. Единственное... Тема в том, что я не смогу попасть никого. Мне кажется, надо было элеватор вызывать. Но он что-то не особо вызывался. А какого хера? Мы здесь все шли, а здесь этого ничего не было. Долбаны какие-то. Что? Сон Прингс какой-то. Спрингфилд, может быть? О! Ой. А я бегать-то не умею. У меня есть какая-нибудь палка какая-нибудь, что-нибудь еще? Нет? Так, попробую обойти. Ну вас в жопу. Значит, главное пробежать в нужное направление.
Скорее всего, мне куда-нибудь вот сюда. Но это не точно. Нет, ни хера не точно. Так. И чё? Что мне теперь делать? За мной бегут две бабы с сисками наперевес. Так, отсюда мы спустились, да? Да. Может, наверх подняться обратно, нет? А, лифт, стоп, там мой лифт сам видели. Давайте, давай, пойдемте обратно. Извините. Не догонишь, не догонишь. Ха-ха. Валим, валим отсюда. Опа, опа, этого нежданчик. Боже, боже, ты меня забаговала, баба. Мне надо тебя обойти. О, еще одна, серьезно, у вас что-то слишком дохера. Элеватор, вот он наш элеватор. Язык прислони быстренько, что там надо, нет? Серьезно, лифт, откройся. Да, что-то, походу, это обман. Бляха, 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 бляха. Так, стоп, стоп, стоп. Электричества нету. Пиу-п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 иу. Патронов нет, я тебя убил. Или может дверь закрыть и перебью оружие? Нет, не получилось. Не успел. Странно они какие-то очень. О, сейчас попробую закрыть изнутри вот здесь. Зараза, а? Не наебешь, не проживешь. Очень актуально, да? Двери закрылись от пиздики. Блин, мне сейчас всю спину выломают здесь. Так, надо, чтобы как-то мансануть между ними. Оп, 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 оп. Оп, обломчик. Бляха-моха, они не закрылись, а, зараза, не закрываются. Мне надо как-то вызвать эту канитель. Так, а если попробую сейчас сюда их вытащить? Идем, идем сюда. Там, по-моему, сзади какая-то по... О! А мы здесь с вами... А, мы здесь с вами были, да. Так, ну что, попробуем мансануть. Оп, оп, аккуратно. Вроде мы бегаем быстрее, чем они, или нет. Отлично, обломитесь, дуры. Так, давай себе кроносик чуть-чуть это. Все. Да, ваш искусственный ИИ не то чтобы мой. Так. Кнопка. Кнопка, кнопка, кнопка. Элеватор, блин, я ж тебя вроде завел. Что-то ты не заводишься, нихренашеньки. Так, куда нам идти-то хоть надо? Ну-ка, ну-ка. Да, по такой карте только я ориентирую. А, слушай. А, скорее всего, это лифт. Может, нам наоборот, наоборот надо было идти как раз к тому лифту, где мы эту дуру убили. Ну, туда, если да, то... Надо валить обратно. Они как раз все рассосались. Привет. Так. У нас хп вообще нету. А, кстати, может пинать можно в натуре. Иди нахер. Ну, можно и так. Так, ладно. Стоп, отмена. Наоборот, оставляем яркость как есть. Так, нажимаем продолжить. Давайте посмотрим. Мы все-таки около лифта как раз-таки с вами должны были сосейвиться, да? Поэтому теоретически нам никуда ходить не надо будет. Цифры надо нажать, нет? Сейчас дуреху эту вырубим, да, чтобы она там сейчас особо этот мозг не парила. Ну вставай давай, кусок кочерыга. Ну сиски да такие. God, what the fuck is that thing? Господи, чистый хэд. Все. Изи. Можно даже не стреляться больше с ней. Так, а там у нас больше ничего такого, да, нету? Так, давайте посмотрим, куда нам все-таки надо идти. Ну, блин, что-то нам слиться надо замусить. Вот, вангую. Просто стопудово. Не знаю, правда, с каким, может быть, с другим, не с этим. Что, я постоянно в нем стоять? Странно. Что-то вообще ничего не происходит.
Значит, нафига не с лифтом, Нам, значит, надо идти куда-то и... И что-то там искать. Так, а мы оттуда пришли, да, получается? А, слушай. Может, мы коробки можем пнуть? Не, эти мы не пнем коробки по-любому. Ладно, пойдемте к этим тогда дурачкам. Попробуем там сейчас им голову тоже быстренько поставить. Кстати, что за пушка с транзисторами какими-то? Нормально. Что желающие? Сейчас мы отойдем на ровную поверхность, чтобы было ровно хэд. Серьезно? Смотри. Обманул дядю Сережу, да? А, слушай, а мы прыгать умеем? Да, умеем. Ну, я не могу понять, куда нам идти. По этой карте, блин, только надо, не знаю, как это даже... Даже как туда ориентироваться, не представляю. Здесь у нас все выключено, да? Да. Так. Если здесь мы ее с вами убили, то нам куда? Правильно, нам наверх, походу. Здесь тоже все закрыто, да. Вариантов, говорится, немного. Так, стоп, а нет. Наоборот, мы отсюда сами перешли. Нам, наоборот, сейчас надо вниз идти. О. Можем спрыгнуть, нет? Ну да, нет. Нифига не можем. Ну-ка. Тут у нас крихтит. А у меня патроны больше нет, в смысле? Я, у меня же были. Так, ладно, давайте, идите сюда. Забить ее... Слушай, я, походу, забил ее, да? Я могу, вообще, ничего мимо них пройти теперь. Но они не умерли, я думаю. Да, они встают. Они встают. Так, ну нам... Так, стоп, нам явно, походу, не туда. Значит, нам как-то вот сюда. А хрен там, да? Закроемся, на всякий случай, давайте подождем. Так, что у нас тут есть-то? Может, под патроны какие-то есть хотя бы? Хоть что-то... О, все, заводной ключ, ё-моё. Ну, во, нормально. Сейчас башню-то начнем кромсать. Наверное. Так, эту штуку мы сложили, но нам здесь нечего делать, да? На тебе, блин. Сразу в голову. Ох ты, господи ты мой, запинали меня, просто запинали. Честно, ребят, я не знаю, что сказать по поводу данной игры. Если честно, вот хрень редкостная. Вот редкостная хрень. Может быть, в ней что-то есть такое интересное, может, в ней что-то есть загадочное, может, где-то там будет дальше, вот прямо-таки пипец. Кардинально интересное. Но лично вот мне не зашла игра, и играть огромного желания в нее тупо нету. Ролик снял для того, чтобы показать вам этот продукт, вам этот проект. Может, кому-то он понравился, может, кому-то он зашел, может, кто-то будет в него играть. Дело, в принципе, ваше. Ну, я думаю, на этом мы ставим с вами большую и жирную точку. А с вами был дядя Сережа Плей. Всех люблю, всем пока. Не забывайте поддержать ролик лайкосиком за старание. Всем пока, это ролик.